сегодня 50 на 50 вообще по количеству. То есть у нас такой непростой, а совсем дружеский гиг, которого мы ждали, мне кажется, не один даже год. Киров, Роллер-Костер, Стереомен, ну вот, не знаю, последние, мне кажется, 3-4 года обсуждали, чтобы сыграть вместе. Вот Новый год — отличный повод. Кстати, всех с Новым годом. Сыграем немного, но дышал. Thank you.
В общем, недавно у нас вышел альбом «Волны вибрации». Мы с собой его взяли, если что кого-то интересует. Вот он есть на гардеробе, даже футболки немножко есть. Вот сегодня сыграем песни только с него, в общем. Надеемся, что кто-то его успел послушать.
Продолжает свою программу. Даже вторая гитара не поможет. Ну что вам сказать, круто, что вы все пришли сегодня. По нашим скромным меркам достаточно большое количество народа. Молодцы, что не променяли
классный рок-концерт на посидение дома просто. Спасибо всем и каждому, кто пришел, поддержал нас. Многие, кто ходит на наш концерт, давно знают, что концерт Rollercoaster Stereo Man. Киров он достаточно давно ожидаем был. И, в общем, достаточно, хоть и локальным, но важным событием для нас является.